Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас открытие, как вы могли уже догадаться, нового юмпика. Будем мы его открывать на 8400 UC. Аккаунт нам предоставил подписчик моего магазина, клиент моего магазина, магазина UC. Говорит, на, братан, открой юмпик сегодня, видос себе запили на канал. Мы, конечно же, согласились для вас контентик записать, и чтобы вы сразу же могли прочекать, как этот юмпик сыпет. Так, не буду много разговаривать, сразу же перейду от слов к делу. Ящик у нас вышел одну минуту назад. Ящик радужный, жало. Хочет он его выбить, получается, юмпик, и прокачать до килчата. Больше ему ничего не надо. А, ну, он сказал, если сишки еще останутся, можешь мне пооткрывать АВМ. Ладно, приступаем. Кстати, прикольный костюмчик так смотрится на Викторе. Прям соска. Ладно, поехали. Первая десятка. Сразу материал. Это уже хорошо. Давайте без пропусков. Юсишек немного. Видео охота записать, чтобы вы могли посмотреть. Все четко разглядеть. Сковородка. Коллекцию пойдет. Фигня, конечно, но пойдет. Крутим дальше. Так. Рюкзак. Понял. Я думал, он ему не нужен. Юмпик сразу. С первой десяткой. Какой первый? Какой? Вторая или третья? И материал. Да это, блин, ну, это просто имба. Просто имбищи. Прям нереально. Ну просто мы три десятки крутили, все выбили. Это законно? Крутим до гаранта, а там подумаем, что делать. Так, ну пусто. Нам нужно, получается, 4 материала, по-моему, 4, да, чтобы до ключата прокрутить. Так, понял. Открываем грант. Только не краску, пожалуйста. Давай юпик, либо материал. Все, нам больше вообще ничего не надо. Краска, понял. Так, я думаю, юмпика смысла нету крутить. Мы его уже выбили. Выбили. Костюм, я думаю, нафиг не нужен. Я прям уверен, что он ему не нужен. А эту рулеточку он крутил. И отсюда он у нас, получается, выбил практически все, кроме сковородки, АВМа и персты. И, по-моему, у него нет вот этих вот мификов. В коллекцию пойдут. Мифики, конечно, такие себе, но в коллекции, я думаю, пойдут. Так, ну давайте. Моей удачной рукой. Поехали. Надеюсь, она неудачная. Сюда, просто мифик сюда. У нас же нет его больше, да. Это единственный у нас мифик. Хорош. Поехали дальше. Блин, мы уже программу минимум уже 100% выполняли. Так, материал, можно сказать. Неплохо. Так, сколько у нас остается? 4000 с лишним UC. Это у нас еще получается, по моим скромным просчетам, 10 прокрутов, 4 с лишним, там, 9. Так, пустая. Так, давайте отправляем перки в клан. Прокручиваем, получается, до гранта еще одну UC-шку. Пропустит. Забираем гарантом АВМ. Ну ладно, материал тоже пойдет. И он просил, он говорит, зайди в магазин и сразу же материал. Где он у нас? Он у нас, по-моему... Да что ты? А, в сокровищах. Или нет? Подождите. А где у нас материал здесь? А, все, фри, по-моему. Вот он, скидка 70%. Забираем сразу материал, чтобы не докрутить все.
все UC-шки. Ну давайте продолжаем. Так, куда я пошел? А, я хотел напомнить, ребята, у меня есть свой UC-магазин. Ссылочка в описании. Цены самые низкие в СНГ. Дешевле вы просто нигде не найдете. И к тому же они еще и фартовые. Мы просто человеку за 30 выбили уже все, что надо. Все, что надо. Больше ему ничего не надо было. Он говорит, если, говорит, UC-шки останутся, говорит, трать, попробуй мне выбить авик. Если мы выбьем авик, сковородку или берсту хотя бы, это будет самое имбичное, наверное, открытие, которое только может быть. Что-то я подозреваю, что навряд ли. Это у него уже есть. Так, а нам, подождите, нам дегранта, по-моему, не хватает. Да, дегранта нам, по-моему, не хватает. Мне кажется, математики не силен. Так, башка. Башка нафиг не нужна. Так, игра. Игра. А, нам хватает дегранта. Ты что, математики не силен? Так, так, так. Блин, да что ты? Что ты не даешь-то? Давай мне хотя бы сковородку. Я уже не прошу АВМ. Хотя АВМ было бы вообще неплохо. Реально, вот из всего, что здесь нужно, это, наверное, скорее всего, АВМ. Хотя бы дай сковородку. Хотя бы сковородку. Ну, просто вообще ничего не дает. Давайте дегранта крутим. Ну, ну, давай, давай, родная, 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 сюда, просто сюда. Я же говорю, блядь, самые фартовые юсишки. Ё-моё, ё-моё. Открываем еще. И сковородка, сюда, вот все, что он хотел, реально, все, что он хотел. Блин, реально, человек просто говорит, ну, это будет... Будет нереально, если ты это все выбьешь, а я просто ему просто все выбил. Все, что он хотел, я ему все выбил со всех рулеток. Просто со всех рулеток выбил все, что он хотел. И это просто имбище какое-то. Я не понимаю, как это все работает. Давай сейчас, если еще выпадет берста, я просто охренею. Нет, не выпало. Пустая просто десятка. В любом случае, это охеренное открытие. Так, пойдемте прокачаем. Юмпик. Заходим в лабораторию. Выбираем у нас UMP. Качаем. Так. Качаем. Так. И качаем. Вот так. Имба. Имба. Покачательную форму, он говорит, мне нафиг не нужна. Говорит, тем более у меня, говорит, краски не хватит. Ну имба, ну ребята, ну имба. Мы просто человеку выбили все, что он захотел. Все, что он хотел. Единственное, мы не выбили берсту. Я думаю, он не расстроится. Сковородка. Сковородка есть. Авик. Авик есть. Штурмовые винтовки. Скорее мы еще где-то успели выбить. Где у нас там ППшка? ППшку выбираем сюда. Просто сюда. Ну вот такое у нас получилось открытие. Ребят, еще раз вам напоминаю. Ссылочка на мой магазин будет в описании. Переходите, смотрите цены. Цены прямо очень дешевые, чтобы понимали, ему 800 UC, ему обошлось всего за 5300 рублей. Где вы такие цены еще увидите, я не знаю. Переходите по ссылочке в описании. А я буду с вами прощаться, ребят. Спасибо, что посмотрели этот видос до конца. Не забудьте прожать лайкос, ставить какой-нибудь комментарий. Как-то так. Всем пока.